Переполненные баки, строительный и крупногабаритный мусор должны уйти в прошлое. Скоро здесь будет оборудована закрытая контейнерная площадка. У жителей микрорайона, заключивших договор с мусоровывозящей компанией, будет собственный ключ. Таким образом, доступ к контейнерам будет только у ограниченного числа жителей. Весь сброс, который будет снаружи, он будет сниматься на видеокамеру. Вот. И я понимаю, что всех 100% нарушителей привлечь сложно будет, но со временем, я думаю, они отпадут.